Ну, я всю жизнь хотел быть десантником. Хотел защищать родину. Во всяком случае, уметь это делать. Но не получилось там в силу определенных причин, там состояние здоровья и все такое прочее на тот момент. Все предопределилось, когда в определенный период в музыкальную школу зашли двое парней и сказали, кто у вас здесь пианист, а нам нужен клавишник. И вот мы с товарищем пошли на этот конкурс. Товарищ как бы не прошел, но особо, наверное, не расстроился. А я так получилось, что прошел, и с этого момента, собственно говоря, наверное же, я вдруг задумался о том, что музыка это очень важно, и хотя я всю жизнь ее любил, но я не думал о ней как о профессии.